И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, железная дорога будет, то бишь она есть, ее нужно просто собрать. Поезд есть, риг поезда есть, значит, поезд тоже движется. Нужно еще сделать для Дикого Запада вот этого гражданина, который ходит с фонарем, встречает, провожает поезда, да, и станцию. Возможно, где-то скачать. Так, промышленники есть. И вот самый такой вопрос. У него в руках будет фонарь, у кузнеца будет, значит, в руках металл, и это дело хотя бы должно как бы светиться, да? Ну, давайте попробуем все это дело сделать. Так, сначала фонарь. Файл сейчас импорт FBX. Я скачал, значит, фонарь. Так, так. Так, вот этот цвет delete. Так, вот такой получился фонарь. Вот такая штука. Так, давайте зайдем в Edit. Выберем, значит, английскую L. Выберем стекло. Сделаем P. Нажмем Selection. Значит, N. Так, сейчас в Object Mode. N панель, Screen Cascade, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Итак, получается у нас стекло. Получается у нас вот этот вот фонарь. Значит, в текстур нет. Я не помню, где я его уже скачал. Так, значит, давайте добавим текстуры. Это значит новая текстура. Вот у нас появилась. Заходим в шейдеры. Находим Add. Так, текстуры. Image текстур. Так, это все дело прибавляем. Open. Я тут накачал кое-какие текстурки. Так, и значит поставим какую-нибудь текстуру на весь фонарь. Так, вот такой получился фонарь. Ну что, в принципе неплохо, да? Таких квадратов сильно нет. Так, давайте попробуем. Зайдем в UV Editor. Нажмем английское А, выделим всю вот эту нашу штуку. Так, если сейчас переделаем UV-шку, допустим, переделаем ее Smart UV Project, поставим расстояние между нашими вот этими детальками, зайдем, значит, английское А, выберем, вот так это все стало выглядеть. Layout, зайдем, вот видите, что вверху у нас вот, у меня, да, не у нас, у меня или у нас. Рассмотрим все это дело. Так, не есть good. Допустим, да, вот это не есть good. Выберем фонарь, зайдем в Edit Mode. А ну-ка, попробую я сейчас, значит, Shift-Alt. Вот что-то она у меня не выбирается. Shift-Alt, Ctrl-Alt. А ну-ка. Вот не хочет она у меня выбираться. Тут какая-то Марк Клим стоит. А ну-ка. Ребра выберем. А ну-ка, ребра может выберутся. Если только потому что тут атрисы. А ну-ка, да, атрисы и не есть гуд. Так, ну ладно. Не первый раз что-то переделывать. Выберем вот так вот, нажмем правую кнопку, уберем. Где она тут? Это значит Mesh Normal. Давно я тут не лазил. Вот. Mark Shape Clear Up. Так, а ну-ка. Значит. Mark Sim Clear Sim. О, так, а ну-ка. Не убирается. Mark Sharp Clear Sharp. Sharp. А ну-ка. А. Попробуем, не так делаю, что ли. Mark Sim, Clear Sim, не убирается, да? Mark Sharp, Clean Sharp, вот он убрался.
Так, ладно. Выбираем английскую L и значит P. Selection. Отделяем эту часть. Теперь что нам понадобится? Тройка на нампаде. Поставим на рентген. Выберем всю вот эту макушку. Так. Макушку, наверное, многовато я выбрал. Так, по первый полигон. Не получается. А ну-ка. Вот так. Он не так выбирает. Значит, вот этот фонарь отключим. Семерка на паде. Ну ладно. С. Любимая моя клавиша. И значит, так вот этот раз. Смотрим, что тут. Понятно. Отключаем, значит, рентген. Семерка на нампаде. Английская С. Так, выбралась вроде бы нормально. Так, теперь тройка на нампаде и С. Включаем и колесико жмем. Вот это все стираем только теперь с рентгеном. Раз и все, если где-то зацепил. Так, P Selection, все нормально. Смотрим в Object Mode. Заходим. Так, ставим на внешность. Выбираем нашу вот эту вот верхнюю часть. Заходим в UV Editor. Семерка на нампаде. Приближаем. Английская А выделяем. Меняем ей UV-шку на куб Project. Вот он. Заходим в layout, смотрим, что тут, как, чего тут. Заходим в UV-шку и значит делаем UV Unwrap. Вот так будет лучше, наверное. Так, а ну-ка. Ну да, вот так будет лучше. Теперь можно, значит, UV и сделать вот этой штуке S. Прибавить. G где-то подтягивать, переносить. Текстура должна нормально наложиться, но она не бесшовная. Видите, теперь у нас полоска. Значит, возвращаем назад и просто найдем какой-нибудь рисунок. Вот так. Так, ну, крышка нормальная, да? Так, ну есть вот она еще, вот полоска тут какая-то. Тоже тут нехорошо все это дело наложилось. Так, давайте поэкспериментируем с разверткой. Зайдем, значит, в UV Editor. Та-та-та-та-там. А ну-ка, английская An. И тут все вот оно как разбито. UV Unwrap. А ну-ка, G. Смотрим, что получилось. Вообще тут, ну, цвет приятный, согласитесь, вот тут приятный цвет, но не то, чего бы хотелось. Значит, Smart UV Project ставим расстояние, а ну-ка, между, значит, раскрываемыми, layout, что тут получилось, а ну-ка, смотрим, ну, вот есть вот эта штука. Обойдем ее сейчас, значит, UV Editor. И, значит, это, наверное, вот эти полоски попадают. А ну-ка, поставим вот так. Смотрим, где эта штука. Вот она, полоска. Делаем R. А ну-ка, делаем S. Ну, тоже что-то не то, да? Ладно. Английская А. А мы пойдем другим путем. Значит, UV. А ну-ка, английская А. Так, 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 так. И значит, цилиндр. Ну, развертка, видите, гадкая. А ну-ка, семерка на нампаде. Так, давайте вот так, тройка на нампаде. Попробуем, значит, UV Cube Project. А ну-ка, G. Все равно она цельная. Но главное, чтобы не было швов.
Не такой уж прям. А ну-ка, не такой прям, чтобы прям. Не, все равно вот они полосы. Не получается, значит, ее как-то увеличить. А ну-ка. Значит, R. И значит, G. Наверх поставим ржавчину. Ну-ка, layout. Все равно вот эта полоска. Ну вот она мне. Здесь видно склейка. Ну ничего, не суть вопроса. Зайдем еще разок. Метод тыка никто не отменял. Так, теперь Smart UV Project. Так, если мы R покрутим, повертим, сделаем S, уменьшим. А ну-ка, что имеем? Все равно, видите, вот на верхушке вот эти вот. Здесь-то нормально, здесь можно ее. Здесь вот внизу хорошо. Вот эта вот штука. Не суть вопроса. Заходим в Edit Mode. Тройка на нампаде. И раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Сделаем рентген. И вот так ее. Оп. Так, ну это много на. А ну-ка так. Тройка на нампаде. Так, а я че, верхушка тоже тут. Вот эту штуку всю выбираем. Делаем английскую C и колесико можно поменьше. И то, что нам не надо, очищаем, да? А ну-ка. Так, а ну-ка, единица, тройка. Делаем C. Вот так ее колесиком почистим. Object mode. О, подождите. Edit mode туплю. Так, теперь C. Делаем P. P selection. Получается еще одна деталь. Так, теперь что нам надо? Материал присутствует. Включаем внешний вид, заходим, выбираем эту деталь в Object Mode. Заходим, значит, в UV, английская A и семерка на нампаде. Пробуем сделать какой штук, да? UV, Smart UV Project. Так, а ну-ка, что у нас получается по внешнему виду? Так, ну все равно какие-то ромбы, вот он, связка, сшивка. Ничего, не суть вопроса, мы ее сейчас еще попробуем. Так, UV. И вот так сейчас засобачен. Куб Project не прокатывает, да? Тогда, та-дам-дам. Цилиндр не прокатывает. Не, это нам точно не надо. UV. Сфера. А ну-ка. Во. Ну, хоть так. Уже получше будет. Так, тогда у нас на вот этот корпус выбираем UV. Английская А. Так, делаем S. R. Так. И вот она, вот эта вот полоска, она, видите, постоянно будет. Так, переделаем ее. UV. Будет лучше, но это уже не развертка, честно, да? Это, значит, внешний вид будет хороший, но это ужас. Тогда делаем Smart UV Project, окей. Видите, опять же этот шов. Во, а ну-ка. Да, вот. Стыковку вроде бы поймал. Ну вот она опять полоска. Вот. В принципе, не принципиально, да. Тут темная, там поржавела. Но вот эта полоса, она бросается.
Так, ладно, не суть вопроса. Что еще делаем? Заходим в шейдинг. Добавляем металла. Так, этому тоже. Ну, это всему применилось, потому что материал один и тот же. Так, и тут тоже металл применился. Так, это... Во. Спекуляр, если поменьше. Красный. Вот так. Вот медный такой ржавый фонарь. Но у нас есть стекло. Давайте настроим стекло. Заходим в шейдеры, шейдинги. Находим, делаем новый материал. Так, вот это вот Delete, Shift, A на английский переключаемся. Добавляем Mix Shader. Так вот я вам поставлю побольше. Потом добавляем Glass BSDF. И добавляем Transparent BSDF. Вот так вот. Получается вот такая связка. Так вот это я побольше поставлю. Так фонарь, чтобы вы видели. И подключаем к шейдерам. К Surface. Ставим в настройки материала Alpha Blend. Настраиваем тут чуть матовости побольше, где-то до 300, тут 500. В принципе, вот такое получился стекло. Вот. Тут можно еще экспериментировать, где-то матовость больше ставить, где-то вот вообще прозрачность. Ну, так вот можно настраивать, значит, стекла в зданиях. Все нормально. Так. Ну, это дело есть. Можно добавить еще один материал на нее и добавить новый. Вот это все, значит, отключить и добавить на нее же эмиссию. Так, на эмиссию добавляем, и чтобы она как бы светилась. Давайте посмотрим, получится, нет. На эту же штуку свечение, да, не получается. Ну и, как это, помер Максим, ну и фиг с ним. Так, теперь свечение почему не получается? Просто не стоит блум. Да? Тогда, раз не стоял блум, заходим, жмем плюс, new, добавляем emission. И тут его прибавляем. Нет, не хочет она так работать. На этот же материал, значит, emission она не хочет ставить. Ладно, не вопрос. Значит, сюда можно добавить что? Ну, первым делом Shift N, добавляем Mesh, добавляем, ну, давайте UV-сферу, сделаем S UV-сферу, и, значит, G, поднимем ее фонарь. Так, смотрим, как она там установилась, чтобы, ну, симпатично было, да? Так, делаем ей S, делаем там как-то G, ну, вот, допустим, там лампа. Или огонь. Ну, кстати, туда можно пламя добавить и назначить пламени свечения. Так, и добавляем сюда эмиссию. Так, на эмиссию добавляем. Что мы добавляем? Да больше света добавляем. И получается у нас вот такой, значит, свет. Если в темноте. Ну, в принципе, вот он светит, да, вот он издалека, нормально. Там уже будет персонажа, возможно, другой фонарь какой-то освещать. Ну, в принципе, что фара горит. Можно и чуть красный цвет поставить, вот такой. Опять же, можно прописывать анимации света. Вот если мы сейчас в ноль уберем, и, допустим, вот прописали в ноль на таймлайне. И, допустим, он на 40-м он зажигается, там 34 тысячи пойдет, да, и, значит, на сотом он, значит, как бы гаснет, то тогда получится вот такая анимация света. Ну, моргание хотя бы сделать, да, если поезд идет, он может как бы поморгать. Я не знаю, они навряд ли моргали, только мотыляли им. Так, ну это вот дело есть. Так, значит, сфера, да, можно сферу подвести поближе, значит, к стеклу, вот так вот, и сделать, допустим, S
прям побольше вот так раз. Вот, уже смотрится более так нормально, я думаю, да? Более такой свет. Так, что у нее стоит? Блум стоит. Блум отключаем, видите, и без блума, как говорится, там ambient occlusion, но это потом уже настройки можно включать. Так, это вот один вариант. Самый такой, вроде бы, простой. Значит, это все дело, сферу выбираем, delete. Назад и попробуем, что добавить. Значит, в add заходим, добавляем lift и добавляем, допустим, point. Так, G. Так, вставляем point в наш фонарь. Заходим в настройку света, там бамс, вот он уже горит. Дальше, что можно, вот такое освещение, ну, чтобы сквозь типа освещал. Ну так, кстати, когда лампа горит, она освещает еще какие-то там вот, светятся детали, да. Так, это 10 вольт, можно больше поставить, но тогда shadow надо вот включать, и вот прозрачность такая идет. Радиус, так, давайте. Вот, включаем радиус, и на вот этот потом фонарь можно поставить, значит, ноды, чтобы он не принимал цвет. Вот, вот такая штука. А ну-ка, радиус уменьшаем, допустим, поменьше, видите, может слабо гореть, вот прям прикольно там внутри, прям видно, что он горит, да, внутренность как бы освещена. Так, что еще? Здесь какая-то, это не надо. Так, спот. Вот, наверное, спот попробуем, будет получше. А ну-ка, R. Так, это что он там? 16 ватт. Сделаем S. И как я настраивал фонарь, да, допустим. Так, что он там, как он будет гореть. Так, 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 45 градусов. Так. Ну, он будет только на стенке отражаться, да? А ну-ка, ария. Вот, ну, ария уже другой вариант. А ну-ка. Так, а ну-ка, куда это он будет светить? Угу. Тройка на нампаде. Ставим его вот сюда. Так, тогда он, видите, стекло как бы перекрывает. Вот от него там такой получается. Темнота там получается, да? Может тут кант освещать, там тоже это неинтересно, да? Диск. Вот такая штука, да? И вот у него вот такое свечение может быть. Ну, тоже прикольно. Вот у него весь кант тут вот этот светится. Так, а ну-ка, если его... А, вот это лучше его на лампу освещения ставить. Так, а ну-ка, если спот... Вот, видите, спот? Он только, значит, дает вот эту... Вот эту точку отражения. Если стенка тут была, он бы вот эту вот штуку отражал на стену. Значит, если мы включаем point, ставим 20. Ну, в принципе, вот point нормально. Он и лампу как бы освещает, и видно, что
лампа горит, да? Вот эта штука свет. Угу. Вот можно расстояние до ноля уменьшить, расстояние поставить больше. Так, больше нам не надо. Сорок метров. А ну-ка, если поставим 50. Вот нужно уже помещение. В помещении смотреть, сколько он будет освещать. Ну вот от point, видите, что видно, что здесь и стекло, и там всякая штука. Так, 20 вольт. Можно поставить больше, вообще будет свету дофига. Вот так. И сфера хорошо, и это тоже неплохо. Но вот это более реалистично, что внутри видно там внутренность. Так, ладно. Не суть вопроса. Так, а что еще можно придумать? Ну, в принципе, вот это вот варианты такие, да? Там еще нодовские есть, нодами много можно вариантов настраивать. Ну, по-простому вот эти вот, самые такие легкие. Все, тут будет стоять еще персонаж Shift D. У него будет, так, погодите, Point Shift D. У него будет дополнительный, допустим, источник света. Тут будет поезд освещаться, там где-то от луны какой-то, там от неба будет свечение идти. Так что, ну а фонарь мне вот нравится. Он вот это горит, по-настоящему горит. Так, ладно. Так, с этим делом понятно. Я это сейчас сохраню в файл Save As. Если кому-то будет нужно, то будет в группе. Так. Фонарь. Дорожный. На английском напечатал, надо переделать. А ну-ка. А то будете путаться, и я буду путаться. Так, Save As. Так, и переписываем фонарь дорожный. Так, есть такое дело. Теперь давайте посмотрим, значит, металл файл. О, так, open, я не помню. Сталь у меня. Да, есть блендеровский файл. И вот я выкладывал в группе, это для кузнеца. Два варианта стали. Значит так, давайте один отключу. Это значит H, семерка на нампаде. Вот такой кусок у нас есть. Так, по материалу. Вот материал есть, текстура есть. Заходим в самый простой вариант. Самый простой вариант это. Заходим, значит, выбираем нашу вот эту штукенцию. Заходим в Edit Mode. Так, теперь семерка на нампаде. Значит, создаем новую. Вот эту новый материал. Выделяем так рентген. Выделяем вот эти верхние полигоны и назначаем им новый материал. Вот так. Так, видите, потерялась эта штука. Значит, выбираем побольше и сижу. Так, есть два материала. Назначаем Ecision и, значит, заходим в шейдеры, в шейдинге. Есть у нас текстура вот эта. Ох ты, о чем? Пардоньте. Рентген и Ecision. Не довыбрал Object Mode. Заходим. Так, это шейдеры. И белая у нас штука. Добавляем текстура, Image текстура. Подключаем ее к Base Color. Находим текстуру так, PNG, чтобы меньше весело. Ну вот такая, значит, такой металл. Ну, как сделать, чтобы он горел? Это вот выбираем вот эту, значит, Color текстуру и подключаем к эмиссии. Вот видите, подключил к эмиссии. Так, теперь если мы зайдем, выключим, как бы говорится, свет, все, вот у нас металл. Осталось, можно добавить искры,
или, значит, MOV файлом, или MP3 файлом, ну, картинку, да, можно добавить нодами. Ну, там очень тяжеловато будет. Так, теперь что у нас есть еще? У нас же еще один материал есть. Можем здесь, раз у него стоит текстура, вот она, то ему можно заменить текстуру металла. Любую вот поставить. И все. Вот у нас получается внешний вид вот такой вот железяки. Ну, такое свечение, да? Так, еще что можно сделать? Ну, здесь вот только такой вот вариант с текстуркой. Без текстурки, да, там можно вот эту всю штуку поделить на, ну, как, на несколько вот этих материалов и зажечь, чтобы там переливы были. Вот самая такая по-простому. А ну-ка, если ее сюда поставить на эмиссию, будет светиться. Вот, здесь уже нифига она не светится, вот только на эту эмиссию. Альфа. Так, добавим металла. Спекуляра. Ну, в принципе, что-то не сильно реагирует. Так, что еще тут можно? Surface. Это тоже не нужно. А ну-ка, если Alpha Blend. Вот уже тут что-то просвечивается неинтересное. Ну, в принципе, вот такой вариант. Если поставить еще Bloom, ну вот он тоже горит нормально. В принципе, если он будет что-то там ковать, ну вот, видите, горит. Нужно ли это, не нужно, ну, будет смотреться более симпатичнее, чем, допустим, если вот без Bloom'а. Оттенок света от него мало будет облака отходить. Там еще, конечно, повторюсь, опять дополнительное нужное освещение. Ну, вот на этом уровне, да, вот мои знания пока вот на этом уровне. Есть, конечно, там нодовские настройки, но я дюжить не люблю на них сидеть. Во-первых, установки много. Во-вторых, весят они тоже нехило. И в-третьих, результат не всегда бывает как бы интересный, да, текстурки бывают более такие приятные, да, вот они, окальника, ну, горит, горит, но для мультфильма само то. Так, вот такая, значит, информация и для конспекта, и вот как раз я заготовил уже вот эти материалы, значит, файл, сейв. Все. То же самое можно. Видите, этот не горит агарыш, а этот горит агарыш. Если вот этому агарышу то же самое сделать, то будет красный цвет. Такая штука. Все, всем пока, до свидания. Вот такие мои заготовки для будущих сцен.